До начала международного форума «Россия – спортивная держава» остается не так много времени. Работы по подготовке для всех достаточно. В том числе и для волонтеров. Ведь в том числе и от них зависит то, как пройдет форум. В ЧГУ имени Ульянова 90 студентов прошли отбор, чтобы стать волонтерами. Студенты отделения журналистики прошли строгий отбор в особую волонтерскую группу. Им предстоит помогать взрослым коллегам из федеральных средств массовой информации. В течение месяца они активно проходят обучение на специальных тренингах Центра молодежных инициатив. Для меня это нечто новое. Я бы очень хотел получить массу эмоций, научиться многому и, конечно же, научить этому и своих одногруппников. Я являюсь студентом отделения журналистики и буду работать волонтером в качестве волонтера по работе со СМИ. Для меня это огромный опыт. Я хочу, конечно же, обрести новые знакомства, научиться работать именно в таком режиме, который будет царить на форуме. Это всероссийское мероприятие. Я думаю, оно пройдет достойно на базе нашей республики. И мы, волонтеры, сделаем все возможное, чтобы обеспечить нужные условия для этого. На учебных занятиях они работают с картой города, изучают места проведения мероприятий, а также разбирают различные проблемные ситуации, ищут способы их решения. Будущим журналистам опыт работы с федеральными журналистами, безусловно, пойдет на пользу. Скорее всего, приедут журналисты Первого канала, телеканала «Россия-2», «Россия-24». Это аксакалы своего дела, маститые журналисты. И мы будем им помогать. Наверное, звучит это немножко смешно, но все же мы будем больше здесь учиться и обеспечивать необходимые условия для их работы. Анастасия Лангина, Евгений Анисимов, Республика.